Сложилось для нас хорошо, честно сказать. Мы вот ожидали намного сильнее будет соперник. Бой нам даст. Ну, у них игра не пошла. Изначально видно было, несколько моментов они не получилось, не пошло. Но у нас залетели, то, что били мы практически. И поэтому вот результат вот такой от этого и счет. Видно было то, что, ну, конечно, введя с таким счетом, вы начали играть на контратаках, пообщались, наверное, об этом перерыве, сделали некоторые коррективы. Да, это как бы, ну, не то, что пообщались. Больше, да, план был, что мы сядем, в любом случае команда, которая проиграет, она будет отыгрываться, и на этом их ловить, так у нас и получилось. Во втором тайме были моменты, мы не забили, у них были моменты, они не забили. Вот. В целом сложился наш план на игру. Первые 15 минут игру проиграли, можно сказать. Конечно, счет не по игре, когда с 2-3 метров мы не можем забить такие ворота. Ну, это не фартит, это не только этот матч. Там игра с Спартаком, с Dream Team, со всеми вот так нам не фартит, потому что у нас нет центра форварда, у нас, сами можете видеть, длинные защитники идут впереди и играют. Я еще раз повторюсь, у нас большой дисбаланс в команде. Ну, другие команды, наверное, больше хотят выиграть. Я их поздравляю, они заслужили. Ну, я не скажу, что мы по игре проиграли. Я скажу, что мы первые 15 минут просто проиграли, и все.
мне больше нечего сказать насчет этого.